Всем приветики. А что тут за волнение такое? Что за волнение? Все почему-то взволнованы. Наверное, у меня в руках что-то есть. О, 8 глаз. Последние вкусняшки. Последние вкусняшки. Палочки были длинные, но поделила их на две части. Надо делать снова закупку. А то вот все, что осталось. Все, что осталось у меня. Да? Ну и что? Ты уже сбегала в помойку маленькой и принесла упаковку. Вот ведь мышь помоечная. 56 рублей стоили эти палочки. Ну там прилично, там штучек 10, наверное, было. Уже, честно говоря, не помню. Ну все, кто первый? Кто самый высокий? Так, кто взял? Гуся взял. Вигуся, Доня и Миланка. Сейчас. Вот она, ватага псов. Ватага псов. Ну, кто первый съест даже, тут и речи не может быть. Это Буська у нас троглотит. Буся, не торопись, не торопись. Ты сейчас быстро слопаешь и будешь ходить вокруг всех кругами, как акула. Он все уже съел. А все, Буся, нет. Донечка, как всегда, деликатная у нас девочка. Деликатная. Ну, а эти мегапсы, мегапсы. Это уже маленькая, но строит из себя псину. Прямо псина-псина. Да? Тебе гугуська. Ты тоже шлепала уже. Скажи, что ты там дала-то маленькую штучку-то? Что там есть-то? Ну, что ж, Донечка, ну, завтра, послезавтра куплю. Как зарплату получу, так куплю. Хорошо? Как зарплату получу, так куплю. Должна быть завтра зарплата. Ну, может и не завтра быть. Могут и задержать. Так что я со своей зарплаты покупаю им кучу вкусняшек, чтобы потом не накладно было. Сразу же закупаюсь. Несколько видов. И вот эти тивит, которые показывал упаковочку, они так бюджетненький вариант, не сильно дорогой. По карману сильно не бьет. А этим троглодитам сколько не дай, все мало, да? Все мало. Скажи, Буся, что ты там дала с мизинчик? С маленький мизинчик. Пусть я не жадина, у меня просто больше нет. Больше нет. Вот она, самая последняя догрызает. Скажи, я здесь у маленькая, я медленно кусаю. Да? Ну, приятного аппетита. Всем пока-пока. И до новых встреч. Заходите в гости. Мы всегда вам очень-очень рады. Очень сильно рады.